В этом видео я хотел бы вам коротко рассказать о экране мобильного телефона. Я вначале скажу минусы, а потом я буду его расхваливать как только можно. Значит, основной минус — это его разрешение. Конечно, если так подумать, что это вот, например, медиаплеер, не сотовый телефон, то в принципе разрешение неплохое. Значит, диагональ 3,2 дюйма, разрешение 240 на 400. Это не совсем стандартное разрешение для Android. Для Android это должно быть либо 320 на 240, либо 320 на 480. Ну и дальше на увеличение 800 на 480, 854 на 480, ну и так далее, и так далее. Но тем не менее я не испытывал никаких проблем, что такое вот не совсем стандартное разрешение. Программки идут без особых проблем, отображается все корректно, так что, ну, как бы, минус, наверное, был бы, если бы это был сотовый телефон, наверное, да. Ну, как-то не совсем интересно сотовый телефон с таким не очень большим разрешением. Ну, а раз это медиа-гаджет, ну и пусть будет. Значит, 240 на 400. Далее, у нас тип сенсора емкостный. Очень хороший, тактильные ощущения, то есть у нас чувствительность экрана просто бешеная. Ну, не бешеная, но тем не менее чувствительность экрана очень хорошая. Мне она очень понравилась. Все срабатывает буквально от прикосновений, вообще никаких проблем нет. Ну, давайте вот покажу вам, например, нет, не так сделаем. Вот, например, поиск, да, вот символов. Обычно у устройств емкостного типа или резистивного экранчики, у них плохо срабатывают, например, вот эти клавиши, вот, которые находятся по углам. Здесь же все отлично. P, O, I, U, U, Y, Q, A, Z, M. Как вы можете видеть, вообще без проблем реагируют. То есть здесь стоит один из лучших сенсоров емкостного типа. Мне очень понравилось то, что можно одной рукой, как на Apple iPhone, набивать сообщение, несмотря даже на то, что экранчик у нас не настолько большой. К сожалению, сейчас здесь отсутствует кириллица, но ее можно отдельно поставить. Ну, вот можно так набирать. Очень удобно набирать, на самом деле. Так, ну что, дальше поехали. Значит, углы обзора. Углы обзора большие. Сейчас я выключу свет, и тогда мы посмотрим. Значит, углы обзора большие. Под углами у нас немножко падает контрастность, увеличивается немножко яркость. Но вообще здесь экран классный установлен. Я после последних гаджетов, например, таких как МТС 916, там где экранчик резистивный, там где еле цвета отображаются, здесь просто порадовался. Значит, давайте запустим галерею, и я вам покажу на моих любимых картинках, как отображаются цвета. А, и вот еще забыл сказать, здесь поддерживается мультитач. Я сейчас чуть позже вам покажу. Мультитач, к сожалению, только двухпальцевый, то есть двумя пальцами. Нельзя несколько пальцев, там 3, 4 и так далее. Ну вот, смотрите, картинка, цвета очень яркие, насыщенные. Я бы сказал, радуют глаз, действительно. Вот мы наклоняем, как вы можете видеть, ну, на глаз практически ничего не меняется. Ну, так как я уже давно наблюдаю за этими экранчиками, знаю, что падает немножко контрастность. Но вообще классный экран, 16 миллионов цветов, отличная чувствительность, отличный мультитач, ничем не хуже, чем на iPod Touch какого-нибудь последнего поколения. Просто великолепный. Даже лучше, чем на моем Acer. Здесь тоже у нас увеличение работает. Где тут у нас вот рыбка здесь есть. Отличная цветопередача. Ну, просто вот экран классный. Больше ничего не могу сказать. Классный экран, мне очень он понравился. Давайте теперь я вам покажу, как работает мультитач, чтобы не быть голословным. Есть несколько приложений. Ну, например, первая, самая простая, написано «Докатитесь до экрана». Сейчас я его положу. Ну, вот смотрите, так. Первая, вторая. Бжик-бжик. Давайте двумя пальцами разными. Вот так. Как я хорошо сказал, давайте двумя разными пальцами. Да. Ну вот, можете видеть мультитач. Третья сюда никуда не лезет.
Давайте я вам покажу еще одно приложение для мультитача. Это приложение позволяет отображать точно несколько касаний. Вот видите, одно. Так. Ну давай. Вот. Два. Раз, два. И третий уже все. Раз, два. И третий не работает. Тут, конечно, надо не с видеокамерой сидеть показывать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Отличный мультитач, отличный сенсор, очень чувствительный. Но лучше почитайте, конечно, в обзоре, как дела там все обстоят у нас. В общем, я экранчику ставлю 5, можно было бы даже с плюсом, если бы было чуть-чуть побольше разрешения. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо, пока-пока.